Мы едем на юг на поезде Воркута-Адлер. Наш вагон номер 16, Сосногорск-Адлер, купе. Купе очень хорошее, комфортное. Сейчас мы немножко пройдемся, посмотрим. Можно приобрести продукцию, чай с кипятком. В каждом купе у нас есть телевизор. Сейчас мы заглянем. Вот так выглядит купе. Здесь комфортные кресла. Зарядка одна внизу. Багажный отсек только внизу. Вверх работает кондиционер. Багажный отсек также есть наверху. Телевизор. Работает три программы. В основном советские кинофильмы. Можно включить свет. Кнопка вызова. Дверька у нас идет в зеркало. Мы сейчас стоим в Вологде. Купе чистое, аккуратное. При продаже билетов было указано, что оно идет без биотуалета, но это не так. Биотуалет тут есть, их два. Зарядки есть еще в коридоре. Два биотуалета. Тут все стандартно. Бумага, туалет, раковина, моющие средства. Производится уборка. Детям в таком купе ехать достаточно комфортно. У нас очень хороший проводник Нелли. Впервые мы едем в таком купе. В принципе, нам достаточно все нравится. Рекомендации положительные. Правда, цена такая достаточно кусачая. На троих стоимость билетов с учетом детского вышла 28 тысяч.